Это кадры операции по спасению молодых лебедей-шипунов на одном из озер близ Петропавловска. Тонкий лед едва выдерживает водолазов. Птицам еще хуже. Они слабеют без еды. За ними охотятся лисы, да и просто холодно. По ночам минус 20. За последние два дня спасено два десятка лебедей. Звонки в службу ЧС поступают со всей области. На разных озерах одинаковая ситуация. Выводок этого года не успел окрепнуть и улететь на юг. Эта птица этого года выводка, она не успела вырасти. Видите, на крыло не встала, поэтому они остались, не улетели. Но вот эта молодая, где-то килограмм, ну, наверное, 8-10. Усугубляет ситуацию и странные повадки птицы. Она очень поздно садится на гнездо. Специалисты строят предположение, что родительская беспечность стала откладываться у лебедей на генетическом уровне. Ведь такая ситуация в регионе повторяется 5-й год подряд. Лебедь, как правило, вкладку откладывает от 3 до 5 яиц, а мы ежегодно наблюдаем на данном водоеме около 15 голов. Ну, это несколько пар, получается, из года в год прилетает на свои родные места гнездовий. Но, тем не менее, специалисты говорят, что численность лебедей-шипунов растет. В сентябре они сбиваются в стаи, которые насчитывают по 1500-2000 птиц. Те, кто улететь не успел, отлавливают по камышам и отправляют зимовать в местный ботанический сад. Thank you.